Держу. Чух, чух. А почему не колядница? Это вообще, это, ну, я не знаю, их передать, все. Я это пыталась. Вы сделали? Я сама делаю, да. Вы гений. Я сама делаю. Гений. А какая на счастье? Вот на счастье, к солнышку. У нее лучи на ручках. У нее все о счастье. У нее коса. А раньше в былые времена говорили, если в хате є хоч одна не розплетена коса, біси в хату не зайдуть. Вот вам так. Это да. Здоровья вам. Я иду дальше. Вас с праздником. Видел я вас на Покрово. Неужели мы много живем? Чтоб я так жив. На морском песочке я Марусю встретил. В розовых чулочках талия в корсете. Это на море. С праздником. Праздник Радхаятра? Был. Скажите что-то хорошее. Хари Кришна. Здоровья. С праздником. И вас с праздником. Спасибо. С праздником у вас. Это и есть святой, которого мы сегодня... Да, праздник Святого Николая. Это он, точно? Точно. Спасибо вам большое. Это и сами вы вышили? Конечно. Это чудо. А вот еще такой есть. Это тоже Николай? Тоже Николай, да. Здоровья, чтоб... не знаю. Чтоб у вас все было хорошо. Хорошо, спасибо. Очень долго ждала, чтобы веселиться с вами. Что вы, готовы веселиться? Девушки, ну-ка покажите. А теперь громко хлопаем в ладоши. Ой, действительно ждете, значит, скоро-скоро придет к нам девушка. А сейчас мы давай подарки будут. Будут. Доброго дня, мої любі запоріжці! Вітаю всіх з наступаючим Новим Роком! Привіт усім, дорослим і малюкам! Шумно і весело тут у вас! А який гарний будиночок мені подарувала міська громада! Буде тепер у мене власна резиденція біля головної міської ялинки! Дякую вам! Рівної кнопки! Після натиснення на неї наша красуня засяє різнобарвними вогниками. А тепер давайте всі разом з нашими глядачами почнемо відлік часу. 10, 9, 8, 7, 6, 5.